Привет, мои дорогие! Вроде еще совсем недавно лежал снег, а на календаре уже без двух дней лета. И на пляж хочется. Ладно, я что, не деревенщица? Если Афинка не идет на пляж, то пляж придет к Афинке. Сегодня у нас пляжный декор. Поехали! Первым делом смастерим декоративный венок на стену. Для этого нам понадобится непонятная палка для плавания. Вроде это называется акванудл. Из нее сформируем кольцо. Склеим его скотчем. Вокруг обматываем лентой рогожки. У меня чуть-чуть не хватило, поэтому я взяла другого цвета внизу. Берем кусочек голубой флористической сетки и прикрепляем булавками на нижнюю часть. Это у нас море. Приклеиваем декоративные морские ракушки. Еще у меня есть деревянный кораблик. Теперь вырежем из картона стрелочку и окрасим ее. Можно написать бич, пляж. Сверху венок перевяжем шпагатом, чтобы можно было повесить на стену. Приклеиваем табличку и декорируем маленьким якорем. Для следующей поделки понадобится 4 заготовки одного размера. У меня квадратные, или же можно использовать маленькие холсты для рисования. Окрашиваем их в синий или голубой цвет. Даем высохнуть. И на каждую приклеим свою ракушку или звездочку. И стоит подумать о тематичных подсвечниках. Кстати, их можно сделать даже из обычной баночки, которую можно найти в любом доме. Насыпаем на дно песочек. Сверху морские камушки, ракушки и стеклышки. Помещаем внутрь таблетку со свечкой. Помните пластмассовые заготовки для новогодних шариков? У меня они все еще остались. Их тоже можно переделать в летние шарики. Сделаем маленькую табличку из палочек для мороженого. Хорошо, что летом этих палочек очень много. Палочки для мороженого слишком длинные, поэтому мы их укоротим и пилочкой подпилим, но только предварительно нужно покрасить. Склеиваем палочки между собой. Приклеиваем внутрь шарика. Засыпаем песочек, ракушки и закрываем шарик. Подвесим за шпагат. На этом у меня все. Если вы тоже хотите на пляж, как и я, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до встречи в следующем видео. Пока!